Здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Как и обещала, смотрим мы с вами сегодня монгольскую бирюзу в серебре. Разложила я ее по наборам. Дело в том, что когда камнерезы точат камни, они раскладывают, вот раскладка идет именно по три. А уже что это будет? Либо кольцо серьги, либо подвес серьги, это уже, ну, как бы второстепенно. Это уже занимается мастер-ювелир, тот, кто работает с камнями. Итак, поехали. Вот сейчас они разложены так, вот как это было в первозданном виде. Если кому-то нужно отдельно серьги, пожалуйста. Отдельно кольцо тоже, пожалуйста. Давайте смотреть. Итак, первый ряд, первая подставочка. Сразу показываю длину серёг и размер камня. Вот 4 сантиметра от места прокола. Все штифты занижены. Вот показываю камни. Камни не маленькие. 4,8 грамма вес одной серьги. Серьги стоят 6500 рублей. Колечко стоит 6150. Все по весу. Если вдруг вам покажется, что что-то дешевле, что-то дороже, взвешу, расскажу, объясню. Все, пожалуйста. Вот так здорово будет на вашей ручке. Очень яркая бирюза. И поверьте, вот вживую она гораздо ярче. Вот покупательницы, милые, напишите, вот кто покупал уже бирюзу, просто напишите о своих ощущениях вот в комментариях. Потому что то, что я показываю вот на подставке, это одно, на руке это другое, ну а вживую это, конечно, третье. Так, это показала. И первый ряд, вторая подставочка. Вот такие высокие камни. 4 сантиметра. Вот так. Длина серьги. 5,25 грамма весит одна серьга. 8400 рублей стоят серьги. Колечко стоит 7100 рублей. Взвешу, расскажу и все покажу. Размер этого колечка 17. Вот так на ручке. Посмотрите, камни не маленькие от слова. Вот абсолютно. Вот так будет смотреться вместе. Так, третья подставочка. У нас с вами вот такая расписная бирюза. Смотрите. Вот она вроде как из одного куска. А видите, камни в серьгах немножечко отличаются. Вес одной серьги 4,44 грамма. 7100 рублей стоят серьги 4,5 сантиметра от места прокола. Колечко. Так, 17 размера. Вот так на ручке. Колечко стоит 5100 рублей. Если вдруг я где-то пропустила вес или цену, ну, спрашивайте в личных сообщениях, хорошо?
Задавайте вопросы, я отвечаю всем, каждому, и не стесняйтесь. Четвертая подставочка. 4,21 грамма, вес одной серьги. 6750 рублей стоят серьги. Колечко стоит 5000 рублей. Размер колечка 19. Смотрите, напоминаю, что вот эта конструкция позволяет уменьшить или увеличить колечко. Но вот в данном случае увеличить, наверное, ну, не очень, а вот уменьшить, пожалуйста, сколько надо, столько я и уменьшу. Вот такой очень, я бы сказала, неплохой комплект. Далее, здесь у нас только серьги. Пожалуйста, я могу и подобрать к ним колечко с планшеточки. Вес серьги 5,88 грамма. Смотрите, высоту камней. Длина серьги 4,2 сантиметра. Стоимость сережечек 9480 рублей. Шестая подставочка, первый ряд. Вот такой расписной комплект. Опять-таки, как комплект. Хотите, пожалуйста, комплектом. Естественно, есть рассрочка. Рассказываю, что такое рассрочка. Чем быстрее платите, тем быстрее вам и отправлю. Вот все очень просто. Вы сами выбираете, насколько быстро и как оплачивать. Только хочу сразу предупредить. Пожалуйста, хоть каждый день, понемножку. Но когда у меня 2 недели лежит изделие без движения, я его просто выкладываю в продажу. Так, серьга одна весит 5,82 грамма. Смотрите, какие камни высокие в серьгах. Длина серьги 4,8 сантиметра. Колечко 19 размера. Вот такой высокий камень. Стоимость 10,2 грамма вес кольца. 8160 рублей. 8160. Так, и последний комплект в первом ряду. Расписной с рисуночком. Вес одной серьги 7,11 грамма. Вот такие камни. Длина серьги 4,2 миллиметра. Все штифты занижены. 11300 рублей стоят серьги. Колечко. Вес кольца 7,94 грамма. 6350 рублей. 19,5 размер. 6350. Второй ряд у нас. Так, сейчас колечко поставлю. Второй ряд. Смотрите. Здесь хочу предложить вам серьги и подвес. Подходят. Вот прям подходят, подходят. Вес серьги 4,83 грамма. Длина серьги 3,7 сантиметра. Стоимость серег 7700 рублей. Подвес стоит 4000. Сейчас покажу, как подвес будет на гривне. Гривны есть, пожалуйста. Вот такая красота, очень яркая. Очень звездочка такая.
пока вспомнила, к слову, о гривнах. Значит, смотрите, у меня есть вот рифленые и есть гладкие. Размеры от 42 до 48 измеряю, смотрите, вот по неподвижной части, плюс 6 сантиметров карабин и цепочка. Вот так, 5500 рублей стоит гривна. Второй комплект второго ряда. Серьги 4,11 грамма, очень яркие, очень. Длина серьги 4,2 миллиметра. Вот такая высота камня. Стоимость сережек 6600 рублей. Колечко. Так, колечко, ага, 17 размера колечко. Вот так. Могу увеличить. Нет, а вот могу еще меньше сделать его, если нравится. 6300 рублей колечко стоит. Классный комплект. Просто классный. Вот нравится, нравится. 5,86 грамма вес одной серьги. Серьги стоят 9150 рублей. Длина сережечки 4,7 сантиметра. Кольцо 19 размера. Вот смотрите, на коже, на руке вот такая яркая бирюза. Стоимость кольца 6550 рублей. Тоже подобрала комплект. Вот такие высокие камни в серьгах. Это четвертая подставочка во втором ряду. 6,14 грамма весит одна серьга. 4 сантиметра от места прокола. Стоимость 9870 рублей. К серьгам могу предложить вот такое колечко, но 18 размера. Вот дорого смотрятся на руке вот такие кольца. 6660 рублей стоит колечко. Фантастический комплект. Просто фантастический. Значит, сниму видео. На ушки сделаю фотографию, пожалуйста. 4,5 сантиметра от места прокола, вот на такой длинной петле. Убойные серьги, конечно. 8,33 грамма вес одной серьги. 13500 стоимость сережечек. Колечко 19 размера, 8500 рублей. Вот такой высокий камень. Значит, по запросу взвешу, покажу любое изделие. Так, шестая подставочка у нас. Вот с таким рисунком. Сейчас поближе покажу. Вот так. Все камни немножечко разные, смотрите. Вот, ну, была бы искусственная, все было бы гладко, четко, понятно. А тут, видите, они все камни разные. Так, длина серьги 4,2 сантиметра. Длинная петля. Вот так, с обратной стороны. 7,41 грамма вес одной серьги. Стоимость 11880 рублей. Колечко. Размер 20.
Могу уменьшить, могу увеличить до 21-го, пожалуйста. Кому нужно, давайте вот так чуть подальше покажу. Статусное дорогое кольцо. 7730 рублей. Можно вместе, можно отдельно. Все, пожалуйста. Шикарный комплект. Просто бомбический. Вот, вы знаете, яркая, с перитовыми вот такими вкраплениями. Вот блестит перитик. Вот видите? Вот так. Здесь перитик. Значит, все включения указанные в сертификате. Сертификат отправляю по запросу в личку. Так, вес одной серьги 9,25 грамма. 15 350 рублей стоимость серег. Кольцо 14,76 грамма. Стоимость его 11 800 рублей. Размер 19,5. Могу увеличить, могу уменьшить. Запас есть и в ту, и в другую сторону. Итак, третий ряд. Фантастические серьги. Увы, к ним не было ни кольца, ни подвеса, но, на мой взгляд, вы знаете, они настолько самодостаточные и стильные, что тут, ну, я не знаю, чем-то их еще, наверное, будет очень много, потому что они тянут на себя, вот все внимание приковывают. 4,3 их длина, вот так с обратной стороны. 9,58 вес одной серьги. 15 420 рублей. Вторая подставочка, третий ряд. Все камешки разные. А вот что их объединяет, это цвет и оттенок. 7,87 грамма вес одной серьги. Длина серьги 4,3 сантиметра. Вот так с обратной стороны. Стоимость сережечек 12 560 рублей. Вот такое кольцо 10,75 грамма. 8 600 рублей 20-го размера. Могу увеличить, могу уменьшить. Ой. Ой, ой, ой. Таких комплектов было 2 у меня. Вот продала. 1. Вес серьги 10,54 грамма. Серьги, конечно, вот. Так, 4,8. Вот так с обратной стороны. Длина серьги с перитовыми включениями. Стоимость серег 16 740 рублей. 16 740. Колечко 12,64 грамма. Вот такая сказка на руке. 10 110 рублей. Размер 19. Могу увеличить, могу уменьшить, пожалуйста. И последний комплект в нашем показе. Вот так. Длина серьги 5 сантиметров. Серьги, конечно, бомба на большую, вот, крупную женщину. Вес одной серьги 10,21 грамма. Вот, посмотрите, высоту камней показываю. 16 480,
стоимость серёг. Колечко 12,07 грамма. Высота камня. Стоимость колечка 9650 рублей. 20 размер. Могу увеличить здесь. 21-21,5 я сделаю, если будет нужно. Или уменьшить. Все, пожалуйста. 9650 стоимость колечка. Итак, на этом все. Будьте здоровы и всего вам самого-самого доброго. С вами была Татьяна.